Добрый день, дорогие друзья! А перед началом видео по нашей замечательной игре хотел бы посоветовать вам сервер Rima Survival. Ведь это именно тот сервер, на котором я играю. И если хотите поиграть со мной или попасть в видео, ищите меня на Rima Survival. Ссылка на Discord сервера в описании. Че, как пойдем? Меня, подождите, я уже ждем. Ну, девочка была. Так, я тут. Одна девочка была, Джуик. Она тоже какая-то. Она начала. Уже долго. Да нет, она не была тут. Так а что, ее убили или что? Не знаю. Нет, она вышла, наверное. Блин, Скайлибер больно кусается на самом деле. Ну хорошо, то что прочувствовал. Было бы смешно, если бы мы с тобой обкисли из-за того, что мы друг другу укусили. Ну вот Альберта бледа не то. Ну блин, бледа не хватает. Если был блин, вообще было бы четкий единиц. Короче. Но для этого есть акрич, но акрич хилится очень плохо. Да, я помню, с Эриксом подрались, мы там что-то три акрич, что ли, ой, побежали. Три акрич, что ли, брать. Потом хилились, наверное, нет два просто, вот, не игрового времени. Ну а сейчас смысла за это, да, за гилок нету играть вообще. Ну, нет. Сейчас калибровкой вы. Ну, что? Не, ну вы видели яркость. У гилок всё. Не в этом прикол. У гилок прикол в бледе. Типа, ну, блин. Ею лучше всего ночью бегает. Ну как находится. Ну, ей можно рассматривать кого угодно, если нормальная стая. Ну за счет этой калибровки получается все везде видно. Ты сегодня на Вите бегал, на блинце забежал, там было что-то 6 или 7 что ли этих Герер, ой, ну что сказал, Герер это гилок, Рекс, Акрич и еще, а и Спинч ходил. Короче, они забрали сначала Рекса, а потом Акрич еще. Потом я убил одну, это, гилку, она на меня полезла, и... Что-то их осталось там три штуки, что ли, после Акрича. И они убежали. Кого там Ворошек или что-то мрят? Я просто немножко не понимаю, это у меня или у вас? Кто именно? Ну, орёт, кто это, Ворошек или кто? Это Дилка Алла. А, я? Что? Я... Блин, парни, парни, сейчас мне этот, заново кините в пати. Что-то у них не все играют. Зависло прям жестко. Это я завис. Блять, я не могу диспетчер задать. Нет. Блин, даже калибровка вообще. Ну чё, блин, знаете что ли, где-то? Не понимаю. Да я знаю. Ну... Нет, вот я сейчас вижу, знаешь, типа сейчас потемнело, но я все равно хорошо вижу. Но не так, как, знаешь, допустим, через час сейчас будет видно. Троечки, графика. Вот обработка у нас сколько поставить? Низкая. Все, поставил. Блин, почувствуй, когда у меня лагает. О, блядь, у меня тут экс. У меня экс, у меня экс. Блядь, сука. Арчи, он меня съел. Пацаны, сейчас перезайду. Сейчас мы я сейчас перезайду. Готов на экс продать. Ну я, короче, к вам выйду на эти. Хорошо. Смешной. Уже нихуя не смешно.
97% джувик. Он сегодня вырос, кстати. Вот что, что обидно, это слить Сабадал Трекса на 95%. Вот это реально было. Кстати, вот я не помню, как последний раз рос именно. Блин, что-то все время гроусь. Ну как, прости. Так. Что? Ну, да, кстати, блин, как днем, только немножко темнее все. Нормально. Ну да. Че, Рекса будем сливать? У Арчи, там где мы были, у ямы. Да-да, я там за вами бежал. Я хочу сказать, что я вообще не знаю, что это было, да, ведь я играю в финалистке. Увидел. Но я без принта был. Да, он дебил. Он дебил, ребят. Он за мной бежит просто, стамину ждет. Сейчас. Да, сейчас я его выведу на чистую воду. Сейчас, ребят. Давай, я иду. А он дебил, оказывается. Да, сейчас мы его раскрутим. Чуть-чуть, он только, походу, долбнулся. Он не плывет. Вот что здесь похавать? На. Держи. Ты заслужил. Тебе вообще нормально? Что с рексами? Вчера таких рекса 3-4 было. За аликами просто бегали, стамину всю жгли. Это вообще нормально? Что со сервером случилось? Что за рексы? Что, хищники что ли? Так хищников много стало? Чуть нет, люди 12 годиков играют в эту игру, отстань от них. Так, я перезашел. Ну дайте их кто-нибудь на себя, я пробегу. Пацаны, я перезашел, пакер не киньте, если не сразу. Да, я чуть не тут. Что, ничего, нормально. Да, продал, значит. Ох, мне сейчас так подвисло, что ты заспавнил, причем большой. Сколько у него стамина? Чего там сильно заняты? Нет, киньте пати. Что, что такое делаешь? Ты что, совсем что ли? Успокойся, слышишь? У меня стабинки нету, блин. Уходи, что ты делаешь? Зачем ты это делаешь? Блин, просто минус нравится, не знаю, что с ним не так. Киньте пати. Что он делает на рейтинг? Ну, сейчас рассказаем, наверное. Не, наверное, это чего? Слышь, чего у него? У него что, какие-то стамины или что? Как это работает? У него бесконечные стамины, это что? Что ты делаешь, алло? Что это? Давай. Это какой-то баф, блин. Мяу. Понял, да? Это читы. Багнутый? Читер. Читерный. Ну я же говорю, такой чит есть, алё. Спрячьтесь кто-нибудь, киньте пати, я хоть потихонечку к вам буду идти. О, а потом. А то я иду вроде в вашу сторону, но точно не уверен. Бегай. Я аккуратно. Заходи, если хотя бы не сидеть на алике. На алике не надо, лучше в другой фасе сидеть. Все, отходи, отходи. Не надо, не надо отходи. Сейчас ли он... А, он чуть справа крутится. Живи его, живи. Все, отходи, отходи, хорош. Хорош, 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 все. Сейчас откиснешь, а я тебе говорил. Не надо. А он вытекает вообще, или у него только стамин бесконечный? Знаешь, как? Да он сейчас быстро вытекнет, у него фул блит уже, все. Стрел. А, минус. Минус, минус. А, нет. Все, крутись, крутись, закусывайся. До последнего, мы сделаем. Все, все. А, у него четвертый экран уже, слышишь? Закусывайся, закусывайся. Вокруг дерева закусывайся. А, меня... Он вытекнет.
Сейчас я Эльдан-то напишу сразу, чтобы он готов был. Вот забивайте ему очень плохо, я ему очень много укусов дал. Понял, что ему очень плохо. Чем мне дали, как вы хотите? Ну типа дадут обратно моего Дина, нет? Да, 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 да. Все, он откис. Ну что знать, как это делать. Блин, а кого лучше написать, Денчику или Ильдану? Мне кажется, лучше Денчику. Сейчас Денчику писать. Так чё, вы его загрызли, нет? Да, ну, так киньте мне пати, ёпта. Мне тоже. А то я перезашёл, у меня зависла игра. Этот тип так легко спалился, я прям просто... А я думал, он просто тупой. Я, кстати, таких Трирекс уже видел, которые просто бегают. Мне надо было у него в хвосте оставаться, он меня догонял, потому что мне надо его было накусать на кусок. Бля, ну, вы кинете мне пати или нет? Золото? Да. Стой, подожди. Пойдемте в переёмную сразу перепрыгнем. Там есть водичка рядом с вами? Будем заодно играть пока что, пока дни не придут. Ну сейчас Эльдан написал, он зайдет прям.